Всем привет! Сегодня продолжаем проходить God of War 2018. В прошлой части мы что сделали? Правильно. Мы откопали своих старых друзей. Вот они, клинки хаоса наши. И спасли... Спасли Атрея. Неся ему сердце ледяного великана. Вот, поэтому сегодня мы продолжим наше путешествие по основному квесту. Да, у меня тут допок, дофигисича, понимаешь, сколько тут всего, дофигисича. Что за слово, не знаю, но ладно. Поехали. Так, куда нас ведет? Ага. Вверх и наверх. Нет, мы вниз опускаемся, прикинь. В какой-то веке хотелось наверх, а получилось, что вниз. Печально. Малой с нами. Малой, что ты ноешь? Что ты ноешь, будь мужиком. Стоит, сопли что-то подтирает. Странно. За ним я так и репу чешет. Ну, видимо, думает о чем. Видимо... Видишь, лодку выбросило на берег. Значит, Тихо. Кто-то уже вызывал змея. Сядьте на лодку, черная руна, странствие. Кто-то там что-то базарил с этим, что ли? Со змеем, да? Нет, все равно криво. Криво, блин, ему. В лодку я потащу. Ну, кто бы еще сомневался, как бы других вариантов, в принципе, у нас и не было. Ты молчишь. Малой, ты куда? Тебе лучше. Бабе с возу кобыли легче, как бы. Ты слышал такую пословицу, а? Ты послушал наш разговор с Фрейей. Думаешь, что все понял, ошибаешься. Почему ты молчишь? Я почему молчу? Я слушаю, что вы говорите. Говоришь, я проклят. А, ты с ним говоришь? Я не такой, как ты. Я слабак. Не смей себя не называть слабаком. Ты хотел. Но ну да. Просто я уже думал, что теперь все иначе. Ты не все знаешь, сын. Не все. Конечно, не все. Но он не знает протяженность Дуная. Правду. Правду матку? Ну давай. Правду. Я бог Атрей. Вот это заявочка, да? Страны. Я пришел на эти берега, чтобы жить как человек. Но правда в том, что я родился богом, так же, как и ты. Сын. Нечего сказать. Переваривает, сидит такую информацию-то услышать. Ты чё? Я... Могу я... превратиться в зверя? Можешь. В зверя можешь ли... Только не в этой части. Превратиться. Нет. Нет, это вряд ли. Я бог. Мама знала? Она тоже богиня? Нет. Она была смертной, но знала, кто я. Я бог. Смотри, как повеселил сразу. Почему ты так долго это скрывал? Ну, знаешь. Надеялся избавить тебя. Не хотел, чтобы ты рос мажором. Бога. Это нередко бесконечная боль и трагедия. Вот проклятие. Ну, не знаю. А что я могу делать-то? Летать могу? Быть невидимым? Можешь молчать. Я не... А можешь не молчать? Чувствую себя богом. Я не знаю пределов твоей силы.
Но со временем мы выясним. О да, пределов его сил. Силы вообще нету. Точно нельзя стать волком? Удиви меня, если сумеешь. Ох, удивит. Удивит Кратос. И не раз, поверь мне. Я поэтому слышу голоса, а ты их точно не слышишь? Как ты их не... Неудивительно. Все боги разные. То есть я могу не стать таким же сильным, как отец, но у меня будут другие таланты. Они, ну, например, жонглировать будешь уметь. Моя способность к языкам поразительна для твоего возраста. Лишь время покажет, на что еще ты будешь способен. Так ты давно знал? Да, знал. Но я повидал слишком много богов. Видать, я тоже. Не сильно он удивился, конечно, да? То есть не было такого: вау, папа, да нифига себе. Брок и Синдри? Им ни к чему знать. Да все они в курсах. Бальдер! Он знает? Поэтому он нас преследует. Озеро Девяти. Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Бальдера в день похорон твоей матери. Но, правда, это он из-за этого за вами гонится. Нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боги и можем делать все, что захотим. Так, ты прям читаешь мои мысли, типа, да, пойти делать какой-нибудь допку, что ли, пойти сделать, да, не? Хотим, правда? Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу. Нет, сейчас как бы... Давай еще раз, не отвлекаясь. Пошли, да, пошли по основному квесту сегодня сходим. Немножко продвинемся. Копочки, я думаю, мы успеем всегда сделать. Использую чашу песков, черная руна. Ну еще раз. Так, а здесь... ага. Готов? Если ты с этой заезд... Рисуй. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Глубокий смысл. Ну и? Ага. Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Ну да, знания у него языков на нормальном Если уровне. Если бы в Вальхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфа. Ну, интересный ход мысли. Очень. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги... А ему, я смотрю, нравится роль бога. По-моему, ты слишком хорохоришься. Угу. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Во-во, гонора что-то прибавилось у мальца. Либо другим. Нормально вот так гонора. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Вон, папка твой тоже бог войны. Но я не думаю, что его очень сильно почитали да любили. В Древней Греции. В местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего да, не достичь, сидя на месте. Один Майя, скорее всего, охранял видишь. То, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Ну, почитали Тюра, значит, да? Не только. Так что случилось с Тюром? Один здесь стал считать его угрозой.
подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, Один они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Так, забрать черную руну. Погнали. Голова, где черная руна? Не знаю. Голова, нормальное название. Голова, два уха. Гам, где сказал? Где сказал? Месте. Хранилище Тюра. О, блин, помню, помню. Ай, да. Ну, конечно. Ну, давай, быстрее там уже загружайся. Нет. Может, надеялся. Да, отключите защиту хранилища. Ты лучше пошевеливайся, брат. Блин, а куда ее? Что-то я... Я не успею. Не успел. Видимо, нет. Так, давай по новой. Побежали, побежали, побежали. Энергия ветров Хеля. И на время бежит. Есть. Так, первый слой мы отключили. А, скинду с моей родины. У меня самого так хорошо. Бери его, мальчик. Да, бери. Сейчас мы тут еще только немножко шороху наметим. Потому что тебя никто не любит. Так. Так. О, блин, сейчас с этими. Гостям не рады. Ну да. Нет, тут надо вон. Смотри, что. С каждой стороны небольшой проход. Как раз для мальчика. Для мальца-то есть, для, а вот для нас-то малый. Что-то. Иди, не думай обо мне. А. Ай, а что делать, погоди. Ой, что-то не помню я уже. А, все, я понял, все. Сосал. Осторожней. Так, есть такое дело. Забыл трахец. Ну что, было? С кем не было? Индиана Джонс. Копия царя Соломона. Посмотри! Или королевство хрустального черепа. Не, копия царя Соломона, это другой, по-моему. Индиана Джонс в поисках. Подожди. В крестовом походе что-то было. Камень судьбы. Я, блин, призабыл уже часть серии этого Индиана. Надо пересмотреть. Прям офигенный. Харрисон Форд просто великолепен в этой роли. Ну, в роли Индиана Джонса. Этот сын, который играл актер Шалабая, или как его, не очень сильно подходит на роль нового
Индиана Джонса, но в принципе там он отыграл тоже неплохо. Что ты нашел? Королевство Черепа. Хрустальный череп. Хватит баловства. Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Толкан сики на голову надел, блин, такой. Ладно. Не балуйся, говорит. Ну это толкан, реально, блин, древнеегипетский. По-любому, потому что это у них такие были. Или какие-нибудь, я не знаю, там. Персы, блин. Бери уже, что там тебе понравилось. Папка сегодня добрый, разрешает. Что очень легко. Там... А чё он? Да, подожди, не берёт. На этот вопрос не так просто. Сейчас тут папку устроит, подождите. Разнос всему и вся. Папа американо. Папа американо. Блин, а что самое главное дело? Я просто это разрушаю, да? Мне ничего за это не дают. Трачу, то есть как бы время получается. Ну да ладно. Развести хаос тоже надо уметь. О, а я уже заскучал. Я думал, никого и не будет. Ну мы-то боги, да? Они-то влазят в наши божественные делишки со своими мелкими проблемами. Поэтому, сказал мелкий, да, мы их и уберем. Берегусь сзади. Сзади берегусь. Очко храни с молоду, да? Ой-ой-ой. Блин, да ты посмотри, кто прилетел. Ну ладно, может. О! Я ж топор там оставил, блин. Тихо-тихо-тихо, сейчас мы этих, блин, разобьем. Это что такое было, блин? Это кто там топнул, блин? Это кто там топнул такой? Я сейчас. Мальчику нужна помощь! Серьезно, что ли? Блин, ты посмотри, давненько такого не было. Так, что тут у нас? Ага. Может, я парировать не умею? Хе-хе-хе, братан. Я Рагнарёк прошел. Блин, там вся игра на парировании построена. Это тут еще можно как-то, блин, общими ударами обойтись, а там нифига. Там либо фан, либо пропал. Ага, что ты думаешь? Я шучу, кто? Я вот всю жду, не дождусь, когда будет первая валькирия. Ох, блин, как я хочу уже вальнуть ее. Так, ну, по-моему, всех мы раскидали, да? Молодцы мы какие. А что так, тебя там так задели? Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Да-да-да. Ого, это да-да-да. Прямо почти извинение. Ну, наверное, тебе просто нравится бить горшки. А. Бить горшки. Так, вторая защита, погнали. Блин. Немножко не такое управление, как в Рагнарёке, но. Кто тут? А, все. Минус. Еще один. Разлетались. Так, следующее, да, открываем. Ничего у нас нет, точно. Блин, печально.
Слушай, я просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Неважно, ранит она меня или нет. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Хочешь учиться, учись. Ничего не имею против, но поступай на бесплатное. Я за тебя платить не собираюсь. Удачи. Так, блин. Ага, видимо, не так. Ясно. Так. Пробежим. Здесь тоже, наверное, мы успеем пробежать, да? А я-то думал, те пилы были страшные. Не, вот, кстати, пилы были, наверное, посерьезнее, а эти такие, послабее. Совсем уже как-то. Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. О, кстати, Сколь и Нати. А Тюр знал? Вот эту тему они классно сделали. Они ему нравились, растут. Офигенные волчары. А, стойте, стойте, ребят, и... Блин, все, подождите. Две секи. Так, 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 так. Так, все, секунду, погнали. Так, мы тут открываем сейчас, и будет загадка. Мне будет загадка как раз. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Находить приключения на свою жопу? Ну, естественно, конечно. В этом смысл жизни, я тебе Может, хочу сказать. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Ой. Все, что мы видели, делали. Может, это ее подарок? Подарок ее вон, я ношу за спиной. Самый настоящий. А она бы, наверное, хотела, чтобы мы спокойненько и дальше себе жили в этой хибарке. Ветровхель? Может подняться на балкон для лучшего обзора? Да-да-да, уже ж, смотри. А то ж, уже ж лечушь. Куда там нас? А, о. Ой. Хорош. Где еще? Тихо, сразу двойной. А нельзя двойное сразу потелиться сделать? Жалко, было бы прикольно, да? Вот это я понимаю. Ты уже готов? Молодец. Ты прям делаешь так сзади что-то там, да? Блин, да что все... Ударил меня. Ударил меня, засранец. Оу. Ясно. А где еще? Тихо, подожди. Научи меня этому. Разрывать жопы далеко.
Как бы оно все придет с опытом. Тут у нас что написано-то? Где наш полиглот? А мысль быстрее ветра. Хм, может, это вовсе и не про скорость? Куда еще могут отправиться ветра? За горизонт. За горизонт могут ветра отправиться. Тюра все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно. Так, подожди, кого? Нам сначала надо куда-то. Сейчас, секунду, я сначала найду, куда нам можно перенести, потому что туда мы не успеем добежать. А вот где-то здесь мы можем, по-моему, прикинуть ветер, где-то мы тут можем. Я просто вот не помню. Да. Это нам что-то мешает, по-моему. Или не это? Не эта статуя, не? Так, подожди. Это тоже не... Стой, все, я вспомнил. Все. Извините, замешкался. Тут надо сейчас с одной взять и в самую низ, в самую эту ее запинуть. Да, и, кстати, мы ее только, по-моему, можем отсюда где-то взять. Поэтому нам времени, да, и не хватает, чтобы добежать. Мы ее вот отсюда сейчас возьмем. Смотри, ловушка для ветров. И вот сюда мы ее закидываем. Вот. Так, вот так вот делается. Умно. Конечно, умно. Не то, что вы, блин. Как бы мне когда подсказали. А я бы тут ходил бы, блин, голову чесал. Ну, в первом прохождении я действительно ходил и голову чесал. Но не теперь. Все эти я уже приколюхочки знаю. Знаю, да. Так, вон оно. Вон оно. Бежим. Так, и сейчас будет эта загадка. Да, ребят, я сразу говорю, что я в интернете нашел отгадку, и долго здесь не мучиться. Рунный камень опускается. Вот. Что такое? Так, центральная, левая, центральная. Отец! Поехали. Отсюда. Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене. Но! Их тут три! Что мы делаем? Тебе сейчас буду говорить, как ты. Соберись, ты справишься. Конечно, справишься, поехали. Я не знаю, могу ли я утонуть. Так. Мимир только про себя думает. Сколь золотой гонится на солнце. Когда они съедят солнце и луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец. Луна налево, солнце направо. Мидгард посередке. Но какой рычаг тянуть? Ну давай, поехали. Так, центральная. Так, левая. Снова центральная. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, Мидгард посередке. Правая. Правый рычаг. Левая. Левый. Луна слева, солнце справа, Мидгард центр. Рычаг. И правая. Правый рычаг. Получилось. Все. Вот вам, пожалуйста, решение
загадки. Не останавливается! Зачем эта большая цепь? Отец, над тобой! Зафигачу ее на. Ну что делать? Чё он мыхтит, пердит, блин, мальчик, останови эту цепь. Я не знаю. Ну суй туда. Что делать? Суй. А как да не писюн, блин, а кинжал свой засунь. О, молодец. Все мне за вас надо думать головой. Не получилось. Все получилось, сейчас все. Техника на грани фэнтези. Ее нож. Знаю. Зато ты спасся. Это было умно. Так, что тут у нас? Погоди, а мы тут ничего не можем взять, что-то там. Печально. Нормально он так с ноги ее вынес, да? Так, кто-то заходит в гости, да? Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О, нет. Защитная руна. Есть одна особа, которая с ноги все двери открывает. Что же делать? Продолжать путь. Пальцем показывать не будем. Вот она, мы ее нашли. Что там? Сын. Сына. Вот. Он нож дал. В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя. Разбодяжил, получается, да? А другой для тебя. На будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Ну погоди, нет. Еще нет. Тебе еще надо кое-что сделать для того, чтобы стать мы мужчиной. Нечто но... большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? А он и станет. Отвечай. Лучше тебя. Я стану лучше. Вот так, правильно сказал, малый, молодец. Сила оружия, любого оружия. Идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Вот Кратос, новый Кратос, он такой, знаете, вот так. Рассудительный. У него такие Идем. Глубокие мысли. Это... умные фразы. Дрейва. Старый Кратос, он что делал? Рубить, ломать. Секирь башка делал. А этот вот, блин, прям... Просто... прям фигачит, Стой. Блин, с умными фразами. За ним прям записывать надо и потом в любой компании цитировать. Ну, смотри, все руны на него перебежали. Ты ее видел? Ты уверен? Уверен, точно! Пепельный крендель. Ай, стой, подожди. Блин, подожди, да я порву сначала с твоего имени, блин. Пепельный крендель. И не снесной крендель. Пепельный крендель и не снесной крендель. Блин, вообще жесть. Вот это назвали, так назвали. Я и забыл. Но есть такие кренделя тут. Жесть. Да, ну, успокойся, что-то.
Ой, эти кренделей тут вообще на изи прям. Или сейчас подожди, или они мне еще что-то покажут, нет? Или я вот так вот просто и затырку убью своим топором. По чуть-чуть. Прям, знаете, вот сегодня посмотрел... сегодня посмотрел... финал Atomic Heart у стримера. Прям, знаете, бой прям похож оттуда. В конце, который идет, там с двумя близняшками этими дерешься, вот то же самое. Только тут они там как-то здоровье постоянно делили друг на друга. А эти нет. Близняшки все-таки поприятнее выглядят, да? С кем бы ты хотел бы провести ночь? С этими кренделями или с теми двумя близняшками? Я думаю, вопрос здесь... ответ, наверное, очевиден. Так, минус один. Еще один остался, да? Несъестной крендель остался у нас. Ой! Блин, сипи, как он рассердился, да? Так, ну вы не подумайте, кстати, я прохожу не на легком, это средний уровень. Да сейчас уже добью его. Ой, а я, видишь, я слышу на эти, на город нападаю, получается, на эти скалы. И мне урончик-то наносит. И вон я типа слепну чуть-чуть. Котен не умирает. Все? Ну все, наконец. Да, тякого хабара с них повыпадало, класс. Но мы же боги. Ярость Тартара. Ха, жалкий тролль. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Да хорошо, хорошо, приобрету, не переживайте. Так, 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 так. Чего там они мне хотят это все? Да, 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 да. Тут всего дофига. Мы можем всего поставить, всего наставить. Все ясно. Все сделаем. Не переживайте. Где? Где? Куда нам идти? Покиньте хранилище Тюра. Это я в легкую. Это я с удовольствием, что. Это как два пальца об асфальт. Хорошая серия получается. Храм Тюра прошли, очень много чего узнали. Кратос признался Атрею, что мы они боги. В принципе, так, знаешь, прикольное. Немного откровений. Получается неплохая серия. А что им сказать? Наша цель так близка. Сядь. Сядь, поговорим. Хотелось сказать. О, ну наконец-то. Вот сейчас. Это вино. С острова Винца пахнет. Который недалеко от моей родины. Ну, пригуби, малой. Лемнос. Лемнос, Лемнос, да. Полный Лемнос сейчас будешь. В смысле? За окончание пути. Не надо, нельзя отказываться, когда предлагают.
Видишь, она специально вот тут вот конусообразная внизу. Тухлыми яйцами. Чтобы она ее не ставили. Если предложили выпить, ты должен выпить и отдать следующему, чтобы не ставилось на стол. Это, кстати, вот тухлыми яйцами ему пахнет, блин. Помойся, иди. Который день уже в пути, блин, без душа. А этот, смотри, как... Это нормально. Вот, видите? И выкинул. Потому что она идет внизу конусообразно. Чтобы ставить нельзя было на стол. Если там налито, ее надо выпивать до конца. Типа как у пожарных ведра. Они тоже конусообразные. Чтоб не ставили, так сказать, на пол. Налито, значит, должно быть вылито. Ну. Отец, почему ты оставил родину? А я там такого шороху навел, что ну его нафиг, богов? Там менты меня все ищут. Я, блин, там в поисках, блин, просто слинял, бороду отрастил, чтоб меня только, блин, богов? Не заметили. Но тюрьмик был хороший. Че, говорит, я родину, блин, помечу. С родины слинял. Только злых, да? Там дело шьют конкретно, блин. Следаки ищут там, пипец. Да. Скоро в Интерпол уже подадут. Вот только кто может об этом судить? Молчи, голова, мы можем. В глухомань уехал, чтобы его никто не заметил. О, ты говоришь совсем как твой отец. А то, блин. Яблоня от яблоньки недалеко. Готов. Готов. Идем. А мне понравится быть богом. Еще как. Еще как. Задание выполнено. Черная руна. Мы идем куда хотим. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Так, ну... Я думаю, здесь мы эту серию закончим. Я же говорю, она получилась очень интересной. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте, репостите. Всем пока-пока и до новых встреч.